Новую больницу начнут строить в Соболевском районе Камчатки в 2023 году. Губернатор Владимир Солодов встретился с главой Соболевского района Василием Куркиным. Возведение нового корпуса районной больницы – самый волнующий жителей вопрос. В 2021-м учреждение включили в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Губернатор региона подчеркнул, возведение нового здания медицинского учреждения – важнейшая задача в Соболевском районе и поручил главе взять реализацию проекта под личный контроль. У нас есть там старые здания 60-х годов построены, которые полуразрушены, мы их сносим, и может единственное попасться еще административное здание, но мы уже подготовили, куда можем их переселить или место предоставить. И на этом месте как раз строим новую больницу. И тогда... В каком году начнете и завершите? Планируется начать в 2023 году и в 2024 конце буду сдать это. Ну, очень важно сейчас ее внимательно к этому отнестись. Вот, как я и вчера говорил в послании, вот хочу еще раз подчеркнуть, что тут именно я прошу вас лично так в нее погрузиться, потому что, чтобы она соответствовала тем задачам, которые перед нами. Да, я как бы конкретно вот в больнице, потому что мы работаем и с министерством, работаем и курирующим зампредом. В ходе двусторонней встречи обсуждались также ремонт дорог в районе и расселение жителей из аварийных домов. В этом году в Соболеве возводят сразу два 12-квартирных дома. Квартиры предназначены для специалистов сельской местности и людей, которые находятся в очереди за социальным жильем. Информационное агентство «Камчатка».